Всем привет! Сегодня хочу рассказать о вот этом планере, который у меня куплен с августа месяца и уже им пользуюсь порядка полугода. Хочу рассказать про его проблемы, плюсы, минусы, скажем так, с чем я столкнулся, и немножко про современные цены. Ну, я думаю, все уже с этим столкнулись. Хочу как бы кое-что обозначить. Ну и также хочу сказать, что в связи с тем, что есть потенциальная возможность того, что YouTube прекратит работу на территории Российской Федерации, то я буду ролики сейчас выпускать параллельно и на YouTube, и в Яндекс.Дзен еще. Так что вот ссылка будет в описании к ролику. Так что всех прошу туда перейти из подписчиков, кто хочет дальше следить за контентом, который я буду выпускать. Вот это все будет происходить на Яндекс.Дзене. Сразу хочу сказать, что никакой монетизации у меня нету, спонсорства нету, поэтому в целом мне на YouTube как бы, ну, не то что пофигу, то есть я ничего такого не теряю, поэтому как бы мне не на чего жаловаться, прям что там, ой, как тебе плохо, что вот YouTube закрывает. Так что кто хочет, может перейти в Яндекс.Дзен, кто хочет в дальнейшем там смотреть на YouTube, это будет просто, скорее всего, все через VPN идти. Но я постараюсь все равно на YouTube это все выкладывать. Ну, если, конечно, у нас VPN не запретят, или какие-то с этим будут связаны очень большие-большие проблемы. Вот. Ну и касаемо планера. Что с ним интересного? Как вы заметили, я очень много по нему вообще не говорю. Точнее, про него. И не выпускаю никакие с ним видосы. Тут как бы очень все просто. Этот планер не под GoPro. То есть на нем невозможно снимать, использовать GoPro-ху. То есть банально, конечно, можно как-то там, не знаю, приколхозить на крыло, но, скорее всего, он эту GoPro-ху нормально держать не будет, она там где-то свалится, ну, мне это не хочется. И отсюда делаем вывод, что будем только максимум снимать на курсовую камеру. А видео с курсовой камеры, как вы видели, да, ну, оно не ахти. Был бы, конечно, у меня система DJI там чуть-чуть получше, ну, как чуть-чуть получше. Но, опять же, это далеко не GoPro, и кадры с этой камеры, они не ахти. Хотя летаю я в основном в тех же местах, и когда у меня есть еще Arwing и Дельфин, мне банально проще туда установить GoPro и все это снимать и летать как бы на них. Поэтому планер, он такой больше у меня как бы фандовый, он ушел на второй план. Вот. По поводу плюсов, скажем так, какие вот за это все время эксплуатации я на нем выявил. Основные плюсы, наверное, это его относительно неубиваемость. Она, как бы сама конструкция, она, конечно, там хлипкая. Но за счет того, что у него скорость очень низкая, и он хорошо планирует, разогнаться и его воткнуть в землю, ну, наверное, почти нереально. Поэтому можно так сказать, что он все-таки неубиваемый. Но у меня была ситуация с ним, это когда я в режиме удержания высоты, так как на нем iNav стоит, поставил его на высоте, наверное, 10 метров, кружить, чтобы хотел его снять с земли, на видео записать. И в очередной круг, он у меня очень низко опустился, то есть была просадка по высоте порядка 1-10 метров, и он у меня влетел в пашню. Вот. У iNav есть такой вот как бы тоже косячок, то есть у него не только горизонт может плыть, но и также нехило так иногда уплывает по высоте. Хотя там GPS хорошо ловил, то есть непонятно, почему он, как бы данные GPS, которые на тот момент, судя по логам, более точные были, чем данные по барометру, но он все равно использовал барометр. То есть, опять же, в ордопилоте она как-то там, ну, там есть процент, как бы, веса, так сказать, данных с GPS и данных с барометром, но он, опять же, там как-то все это высчитывает, определяет, что врет, что не врет, и может просто какие-то данные иногда игнорировать, если они слишком, как бы, выходят, по его мнению, за эти рамки. Ну, вот в iNav такого нет. Вот. И, соответственно, воткнулся в пашню. Воткнулся очень хорошо. То есть, что его пашня, это, да, вот эти вот земляные валуны такие везде. И вот я крылом, по-моему, вот этим влетел как раз в один валун, и его нафиг вырвало. Там используются вот такие вот нейлоновые маленькие винтики. 2,5. Как там? М2,5. В чем проблема? Таких нейлоновых винтов я просто нигде не нашел. Даже на Алиэкспрессе. Но нашел аналогичные с маленькой шляпкой. Но их вкручивать капец как было неудобно. Опять же, я их еще и заказал, ждал месяц. Вот. Но пока не шли, появился на каком-то магазине. Опять же, в очередной раз гуглил на Али. И нашел вот эти вот винты. 50 штук, по-моему, там $2. Но они вообще стоят, в принципе, фигню. Вот что как бы обидно, что копеечная какая-то фигня, вы ее не можете достать.
Ну, на территории нашей страны я вообще это не мог найти. В магазине Air Hobby тоже наличия этого не было, поэтому даже не знаю, вот так вот, опять же, есть что где доставать. Это вот я бы, наверное, минус сказал, потому что комплектуха такая, как бы. Ну, могли бы, не знаю, за запас, что ли, в комплект там штук 5 этих винтиков положить производители, если такая есть возможность. Потому что в данной ситуации они сработали как защита, как, знаете, как предохранитель. Так бы, наверное, там, может, и какой-то, ну, корпус, наверное, разорвало бы, а здесь банально крыло просто оторвало и просто шляпку вот эту сорвало, и все от винта. То же самое с хвостом, там хвост также отсоединился, то же самое сорвала вот эта вот шляпка на руле хвоста. Вот, поэтому, можно сказать, это я не знаю даже как минус или плюс. Ну, минус то, что в комплекте их не было, запасных. Вот. Ну, а в остальном, планер очень отлично подходит именно новичку. Очень легко вот так вот кидаешь, он запускается, также плавно садится, никаких там повреждений в принципе быть на нем не может. Вот. Так что штука классная. Именно вот полетать это офигенно. Ну, то есть по курсовой камере. То есть можно, скажем так, чай пить и им управлять. То есть он не требовательный, прям вот к сложному управлению, в отличие от крыла, где требует все-таки поддерживать там скорость определенную, может очень быстро далеко улететь. Здесь, как бы, если только сильный ветер у вас дует, это вот, ну, опять же, как бы плюс-минус. То есть из-за сильного ветра вы банально не можете на нем нормально летать, потому что его скорость против ветра будет никакая. И в чем здесь опять же вылазит такой минус: если у вас скорость ветра будет почти соответствовать его скорости полета, и он у вас фактически будет в нуле висеть, ну то есть относительно земли по GPS у него будет скорость около нуля, и вот тут его начнет колбасить, просто не по-детски колбасить, и поэтому туда надо ставить компас. Поэтому если вы вот будете летать на такой штуке в ветреную погоду довольно сильную, он, кстати, летает нормально, но вот я говорю, вы можете попасть вот на такой нюанс. Особенно если, не дай бог, у вас включится возврат домой, и поэтому возврат у вас в процессе вот в такую ситуацию встрянет. Скорее всего, он у вас долбанется. Так что тоже вот этот вот момент имейте в виду. И еще есть такая штука, и он сейчас нигде не продается. Вы его просто нигде купить не сможете, потому что не знаю почему. То ли их сняли с производства вообще, то ли их так быстро раскупили. Вот, их сейчас нет. И такая же, кстати, участь постигла AirWing Pro. То есть его тоже вы сейчас нигде не купите. Единственный магазин — это официальный China, он продает версию вот эту вот, как она там, тушка, по-моему, идет только. Еще вроде у них есть белая вот эта версия, она как там не EPP, а там обычный пенопласт. Он вроде написано EPP, но реально, я говорю, это вот как вот этот China, точно с такого же пенопласта он сделан. Потому что я его руками трогал, знакомого есть. Так что это ни хрена не ЕПП. То есть не то же самое, что вот этот черный AirWing. Вот. И дельфин, кстати, вот у меня сейчас черный, он тоже из ЕПП. Есть подозрение, что белый дельфин, он тоже из пенопласта. Вот, ребята, если у кого-то есть, напишите в комментарии, то есть какой материал у белого дельфина. Если, опять же, вы можете сравнить его с каким-то там с тем же AirWing, там, ну, то есть из любой другой летательный аппарат, который у вас явно из ЕПП. Вот. Но вы можете купить Razer, как он там называется, Zogt Drift, а не Razer. То есть и China Razer — это по факту копия Zogt Drift. Только у Zogt Drift у него винт не спереди, а стоит за тушкой сверху. Кто-то даже считает, что это лучше, потому что у вас в курсовую камеру он не попадает. Но мне, кстати, по приколу, например, летать. То есть ты видишь, как этот пропеллер мотается, когда он складывается, когда ты тормозишь, в общем, и планировать начинаешь. Не знаю, по-моему, даже прикольно, когда ты его видишь. Ну, тут, наверное, дело вкуса. Вот. Ну и больше, наверное, я про него ничего так плохого и хорошего сказать не могу, но я говорю, как единственный плюс — это очень то, что легко летает. А вот по поводу цен, тут как бы все очень печально. Сейчас вообще, в принципе, любая вот эта вот пенопластовая хрень летающая стоит каких-то нереальных денег. Объясню сразу почему. То есть так, как бы, ну, скажем, перейдем сейчас плавно к ценообразованию, вот. В чем вот эта херня такая? Почему на Алиэкспрессе все стало стоить в 2-2,5 раза дороже? А все очень просто. Алиэкспресс то ли пытается подзаработать на этом кризисе, то ли пытается скомпенсировать потенциальные издержки, но у них курс доллара — это 170-180 рублей. Поэтому, оплачивая рублями, вы получаете курс порядка 180. То есть, если вы переключитесь на доллары, то все те товары, которые они как и стоили в долларах, так и стоят. Ну, где-то некоторые чуть поднялись в цене. На какие-то убрали там какие-то скидочки, но в целом не изменилось. Единственное, что изменилось, это доставка. А в тех дешевых товарах, где доставка реально была бесплатная, то теперь цена осталась та же, но плюс доставка. Причем бывает доходит до того, что товар стоит, допустим, там
3-4 доллара и плюс 2 доллара доставка. Хотя до этого он также за 3-4 доллара ты мог его покупать с бесплатной доставкой. Поэтому из расчета еще курса доллара, еще плюс доставка платная появилась, конечно, цена у вас там в 2, в 2,5, а то и в 3 раза может увеличиться. Так что тоже как будто это имейте в виду. Вот. И наши вот эти вот пенопластовые хрени все стали стоить просто каких-то космических цен. Там, ну, вам вот этот Zog Drift, это аналог этого чайна, он что-то сейчас стоит, по-моему, порядка 16 тысяч. Дельфин что-то тоже в районе 16-17, хотя он стоил там кит-набор в районе что-то 5, по-моему, или 5,5 тысяч. Там. Ну, то есть можно было довольно дешево купить. То есть это чуть ли не цена, не в 3 раза поднята. Ну и так далее, там, в принципе, все так увеличилось. То есть от 2 до 2,5 раз примерно все подорожало. И был раньше выход, когда вы могли, как я и в принципе делал, я оплачивал всегда доллары картой. То есть я покупал банки, как бы доллары менял, доллары падали на долларовый счет, у меня была выпущена долларовая карта, и я ее оплачивал за доллары. Тем самым, как бы, мне было пофигу, там, в случае, если что, деньги возврат мне с Алика шел, то, как говорится, сколько долларов заплатил, столько вернули. И мне пофигу на этот курс рубля, какой он там, как бы, колебался. То есть на момент покупки я знал, что я верну ту же сумму и могу купить у другого продавца. А вот сейчас, вот как последние ситуации у людей получились, да, человек там заказал аппаратуру, она ему не дошла, он возврат ему в рублях, а сейчас он эти деньги уже и купить не может, потому что она стоит там в 2, в 2,5 раза дороже. И вот под это дело очень много сейчас людей попало, которые вот только-только в хобби заходят, и они очень сильно пострадали. Это, кстати, к вопросу о том, что, ой, да что нам эти санкции будут, нам ничего не страшно. Ну вот, люди банально, можно сказать, какие-то надежду зайти в хобби потеряли. Так что очень неприятно. У меня тоже, кстати, застрял там один товар почти на сотку. Вот. И все это висит. Дальше еще интересней. В чем вот эта как бы проблема с долларом, почему нельзя поменять? А потому что сейчас банки перестали принимать оплату в валюте. То есть ты даже конвертнуть-то можешь по курсу, там сколько сейчас, по-моему, 130 рублей где-то доллар стоит. Но оплатить на Алиэкспрессе ты в долларах не можешь. Поэтому в любом случае, если ты будешь даже оплачивать там с карты МИР, по-моему, она еще действует сейчас на Али, у тебя будет конвертация через рубли, и ты еще больше влетишь. То есть у тебя как бы купит доллары по нижнему курсу. По-моему, как так это работает. Так что тоже здесь как бы вариант такой гиблый, скажем так. То есть придется покупать в рублях. Поэтому тут уж сами думайте, притормозиться в плане вот этого хобби. То есть стоит ли вообще сейчас туда заходить? Или подождать, может, месяц-два, и все это дело устаканится, и как-то там сбалансируется. Но, как вы видите, большинство аналитиков, ну, опять же, как бы верить им там не стоит, но все же больше склоняется к тому, что доллар так и дальше пойдет вверх, и как бы цена там и 130, и 140, и 150, это далеко как бы не порог, что там может и 200, и 300 рублей стать стоить. То есть это вполне вероятное как бы развитие событий дальнейшее. Ну и что вот эта вся ситуация, она... Суету, которую мы навели, она может продлиться еще буквально там не месяц, не два, а там и год, и два даже. То есть, как бы, ориентировочное окончание всей этой хрени, это где-то 23-24 год. Вот. Ну, опять же, это все на уровне домыслов. Вот. Сами знаете, какие у нас эксперты. Вон эти сейчас эксперты, которые на бирже торговали, сейчас в полной жопе, кстати. Вот. Так что тут тоже, как бы, верить просто так нельзя. Никому. И... Что еще я хотел поговорить? Хотел я поговорить немножко, ну, я как сказал, политика, я не хочу про нее общаться, то есть правильно наши все делают, неправильно делают. Я хочу сказать тем людям, которые все орут, что «А, да мне пофигу на эти санкции, только они нас закаляют» и все такое, что мне это по барабану, на меня это никак не повлияло, и мне вообще похеру, не ходил я в эти Макдональдсы, Кока-Колу я не пил, и как бы и переживу, и ничего страшного. Ой, вы забываете, что у нас все производства российские, они работают на импортном оборудовании. Причем не просто работают на импортном оборудовании, его нет аналогов российского вообще никакого. И это импортное оборудование хорошо, если его сейчас можно достать просто за бешеные деньги. Что у вас просто в конечный продукт это вольется, и вы будете покупать весь товар, который вы покупаете российского производства, он станет просто дороже. Хотя, допустим, даже пускай там сырье это местное. Потому что... Получить это сырье, из него что-то изготовить, используется импортное оборудование. Так вот, еще может быть проблема, что этого оборудования просто будет большой дефицит, как вы сейчас можете это видеть, в принципе, с автомобилями. То есть, да, вы можете сидеть, вы там как бы о машине не мечтаете, вам она нахер не нужна, и как бы, чтобы они там, да хоть 10 миллионов машины будут стоить,
вам это пофигу. Нет, вам это не пофигу. Если машина будет стоить очень дорого, то увеличится цена логистики, то есть транспортировки товара того же до магазина. Помните, да, как бензин, когда там подскочил там рублей на 10, и на эту же, на эту, можно сказать, процент все товары также поднялись. Ну, считайте, будет аналогичная ситуация, потому что, ну, тут все взаимосвязано. И поэтому, когда вы говорите, вас это не коснется, вас это и уже сейчас коснулось. Вы сейчас много чего не можете купить по тем ценам, которые могли. Ну, так что для вас это... Вы как бы своим кошельком расплачиваетесь. А, но это еще ладно, как бы здесь понятна ситуация, это как бы последствия вот этой текущей, не знаю, как правильно сказать, суеты, да, наши суетологи во власти. Другая проблема — это некоторые санкции от зарубежных коллег, даже я так сказал, я сам айтишник, которые создают сейчас большие-большие проблемы. Причем это те люди, которые, то есть, скажем так, вот эти санкции, которые эти люди вводят, они могут их не вводить, их никто не заставляет. То есть это какие-то там частные разработчики какого-то программного обеспечения, да, и вот они решили, что вот мы вам не будем этот софт поставлять или банально вам отключим какой-нибудь там функционал. Даже больше, я вот сейчас вам примеры скажу. То есть у нас, я обслуживаю один сайт одной компании, они участвуют в тендере. Вот там на сайте плагин стоял, разработчик один, который обновился и теперь показывает в нижнем, как бы, части сайта украинский флаг, и там надпись, что типа поддержка Украины, там ля-ля-ля-ля-ля. Знаете, в чем проблема? Когда вы работаете на российских площадках по тендеру, то оказывается, заказчики проверяют также ваш сайт. Ну, то есть там всякую документацию, что вы выложили. И если вот такая фигня, у них сейчас запрещено работать с Украиной. По факту, если ты поддерживаешь Украину, это уже как бы вот... То есть банально, в лучшем случае, ты с этих тендеров слетишь. Компания останется без заработка. И вот эти разработчики, вот в данной ситуации, да, они какаху сделали компании и мне, как айтишнику, да, который, в принципе, ответственен за этот сайт. Хотя, ну, понятно, что я за это нести ответственность так впрямую не могу. Тоже я директор это объяснил, директор тоже, конечно, понимает. Вот тебе вопрос, кого мы будем считать как бы гадом и мерзавцем, кто это сделал? Что, нашу как бы власть, что ли? Нет. Я буду считать вот этого разработчика. Ну, то есть это он лично мне поднасрал. Он, директор, то же самое будет считать, потому что это ему также поднасрали. То есть человек чуть не лишился заказов и еще, возможно, какие-то дальнейшие проблемы мог с этого получить. Но опять же, это еще вот с понедельника будет известно, чем это все дальше закончится. Сегодня воскресенье. Чтобы так вы понимали, что это вот записываю сегодня, и сегодня же это ролик выложу. И в дальнейшем, как бы, вот эти все санкции, они именно вот такие. То есть они узконаправленные, и они в основном направлены в большинстве своих случаев на обычное население. То есть страдаем очень сильно мы. И из-за вот этих, как бы, последствий, то есть люди еще сильнее, получается, начинают ненавидеть вот эту европейцев там, да, потому что, типа, вот они такие плохие. Поэтому очень интересно, как они там, не знаю, когда они думали, как эти санкции вводить, то есть на что они рассчитывали. То есть по факту, как бы, эффект получился, наверное, обратный. То есть еще сильнее население против себя настраивает. Это, ну, лично мое мнение, но думаю, как бы вы тоже это замечаете. Поэтому вот хотел об этом поговорить. Ну и, соответственно, еще раз, как бы, хочу, так сказать, все это дело подытожить. На YouTube я дальше продолжаю все равно ролики снимать. По возможности, даже если его сейчас заблочат, я буду пытаться через VPN туда заливать. У меня нету, как бы, цели монетизировать сейчас на данный момент, это никак. У меня нет никаких спонсоров, то есть никто мне денежку ни за что не платит. Это чисто, знаете, как у меня задача больше сейчас, как бы, самообразование вас, ну и самого себя заодно. Потому что мне эта тема интересна. Я очень много стал находить вещей, которые многие блогеры не договаривают или там не рассказывают. Ну и поэтому, наверное, не факт, что ко мне какие-то там потянутся компании, которые захотят, чтобы что-то им там показал, какой-то их не товар прорекламировал, потому что моя политика такая, я хочу все-таки честно все рассказывать, и если есть какие-то косяки, я о них буду заявлять. Вот, так что спонсорство мне, наверное, не очень светит. Но зато до вас это будет доходить, и вы будете видеть, как бы, реальные какие-то моменты. Ну, как сейчас, да, с Айнавом, так немножко закусился, вы видите, какие там есть проблемы, хотя они частично решаются, что-то можно, как бы, изменить, но почему-то об этом никто не говорит. То есть из-за этого возникает довольно нехилый срач, скажем так. Даже там в личку мне всякую херню пишут. Ну, в общем, буду дальше вести канал. И, соответственно, часть видосов, ну, наверное, все, будут также сейчас перелиты. Может, и не все, не знаю, я подумаю. В общем, я перелью на Яндекс.Дзен.
Это, наверное, единственная адекватная у нас платформа сейчас в России. И все новые видео, соответственно, также будут выходить и на Ютубе, и на Яндекс.Дзене. То есть одновременно буду и туда кидать. Ну, вот, так что, как бы, никуда не денусь. А ссылки на Яндекс.Дзен я в Телеграм уже скинул. Ну, также будут во всех новых роликах на Ютубе. И также на роликах Дзен будет также обратно ссылка на Ютуб, также канал. Так что, по идее, я думаю, никуда не потеряемся. И еще что хотел сказать, есть еще такой сервис Рутуб, да, мне там тоже предложили, говорят, давай туда. Я залил вчера в обед туда 4 ролика так для эксперимента, то есть я залил, по-моему, 3 ролика на Дзен и 3 на ролика загрузил на вот этот Рутуб. Они до сих пор проходят модерацию. Вот так вот. То есть, я не понимаю, что за фигня вообще. То есть если таким макаром там на Рутубе то работать, ну это что, ты будешь выливать туда ролик, они будут неделю там висеть, что ли? Ну это хрень, конечно, какая-то полная. Вот. Ну, Дзен тоже мне многим чем не нравится, YouTube как бы поудобнее. То есть там нет нормальной какой-то фильтрации, заблокировка. Я сейчас так и лазил, как бы смотрел его функционал, но очень, конечно, он такой хиленький, тухленький. Ну, надеюсь, сейчас как-то его попытаются они все-таки побыстрее развить, хотя бы более-менее что-то похожее с YouTube, наверное, какие-то идеи перетянут. Помните, как в свое время было ВКонтакте, когда, да, когда появился Facebook, и фактически ВКонтакте его слезал там. Скажем так, лучше оттуда взял часть идей, взял там каких-то своих, добавил, ну и получилась довольно, в принципе, неплохая такая социальная сеть. Так что всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца, что вы остаетесь со мной, смотрите мой канал, поддерживаете меня морально и также некоторые финансово. Особая им благодарность. Так что еще увидимся, видос буду дальше выкладывать, так что еще много чего нового будет, у меня есть проекты там на весну, на лето. Так что никуда я не деваюсь. Так что всем пока. Увидимся.